Всем здравствуйте. У нас снег. Продолжается третий день. Идет, еще до сих пор идет. Потихоньку идет. А, конечно же, здесь вот лужа. Потому что минус один. На дороге тоже черное все. Мокро. А так снег лежит. Минус один, это здесь хорошо. А на дороге, сами понимаете, там машины греют. Здесь дворник почистил немножко. Сейчас покажу двор. Вот, прошла уборочная машина сначала, потом дворник подчищал, я слышала. Но и лужи. Тепло. Минус один для двора, это тепло. Вон мой балкон. Так, вот такая погода. И я еду в эпицентр, в новогодний эпицентр. Хочу что-то, может быть, прикупить, посмотреть и вам показать. Что-то будет интересное, обязательно покажу. Поехали! Sons of earth, born to give.
Покажу вам, что мы купили. Купила вот такой, смотрите, вот такой дождик, такая гирлянда. Две штуки купила. Потом вот такую. Вот. Тоже две штуки. Что-то буду делать. Что-то буду придумывать. Потом купила таких поросят. Так. Вот такой еще бусы такие купила. Это все недорого. В Эпицентре практически ничего не купили, потому что очень дорого. Поехали в Ашан, и уже в Ашане уже кое-что прикупили. Самоклеющийся такой вот жемчуг, будем называть его. Наклейкой ленте вот такой. Так, тоже в Ашане. Вот такие две гирлянды на батарейках. На батарейках одна желтого свечения, теплого, то есть, а другая холодного. Я уже эту одела на спинку кровати, потом покажу. Хорошо работает, проверила сразу одну. Так, елочка вот такая, смотрите. Елочка. Птичек. На птичках поехала, да? Такие, сначала такие купила, а потом еще таких прикупила. Вот такие пташки, райские пташки. Так, птички. И ангелочек вот такой тоже. Наверное, я буду закрашивать его. Посмотрю. Купила, потому что он дешевый. 19 гривен, это как бы недорого, поэтому так взяла. Наверное, закрашу. Посмотрю еще, не знаю. Так, и аромасвечу. Вот такая сейчас. Она недорогая, она 50, по-моему, 3 гривны стоит. Здесь неплохой подсвечник. Но сама свеча стоит денег. Мне понравилась сам подсвечник. Такой подсвечник, смотрите, какой хороший. На Рождество. Хорошенький. Аромат мне нравится. Пахнет лимончиком. Хорошо. Вот такая, смотрите, еще раз покажу. Все. И продукты. Кое-чего к Новому году. Ананасы, шматочки, кусочки ананасы. Вот. И ананасы, кольца. Потом, ну, к празднику, наверное, к празднику еще икру. Взяли вот такую икру. А то просто так уже сырки. Смотрите, когда покупаете, обращайте внимание, чтобы был написан сыр плавленый. Ни в коем случае не молочный там продукт или сырный продукт. На это обращайте внимание. Ну, лимоны. Ну, это такое, все, уже, наверное, показывать не нужно. Бананы. Такие вот бананчики взяла. Не было что выбрать, всего два. Ну, акция, потому что. Сосиски. Это уже на каждый день, но я люблю эти сосиски, они молочные, вот такие, вот такое. Это в Ашане. Все. И немножко карамелек. И немножко карамелек взяли. Рачки и такую молочную. Она там чоко. В общем, она молочная. Каким-то чоко. Какао привкус, но она молочная. Вот такие покупочки. Всем пока-пока. До встречи!